Выделенные деньги должны пойти на те автомагистрали, реконструкция которых сегодня необходима для дальнейшего развития региона, заявил Вениамин Кондратьев. Губернатор осмотрел новое дорожное полотно между станицей Нижегородской и поселком Мезмай в Апшеронском районе. Путь в 15 километров выложен свежим асфальтом. Установлены ограждения, выполнены противооползневые работы. Как отметил Вениамин Кондратьев, главное, чтобы затраченные силы и средства были оправданы. Что на том конце дороги? Если на том конце дороги не будет туристического кластера, не будет хороших отелей, не будет мест для размещения отдыхающих, тогда, коллеги, дорога в никуда. Это не может быть дорога к даче. Людей, которые себе могут их позволить. Все должно быть в комплексе. Дорога делается для того, чтобы здесь курортная жизнь началась, чтобы заработала курортная составляющая, туристическая составляющая. После осмотра новой магистрали в Апшеронском районе Вениамин Кондратьев собрал совещание, на котором обсудили развитие автодорожной инфраструктуры края.